Городская пара «Спартакиада» в Иванове – традиционный отборочный этап для формирования команды, которая примет участие в областных соревнованиях. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, будут защищать честь города в лагере «Березовая роща». Именно там с 3 по 6 сентября пройдет региональная пара «Спартакиада». Настрой у ивановцев боевой. Оптимизм. Все, чтобы выиграть. Чтобы город опять... Потому что среди области 5 городов у нас участвуют. Мы все время уже 9 штук. 9 раз были первыми. Теперь надо еще 10-й. И все, да, юбилейный сделать. Виды спорта, в которых предлагают соревноваться людям с ограниченными возможностями здоровья, соответствуют видам заболеваний. В программе соревнований областной пары «Спартакиады» ежегодно в нее вносятся изменения. Положение в региональных соревнованиях все больше становится похожим на всероссийские турниры для лиц с ограниченными возможностями здоровья. С прошлого года у нас стали вводиться легкоатлетические дисциплины. Это бег на 100, на 400 метров. Это новинки такие, которые стали проходить. Вот, прыжки с места. В этом году удивительный вообще вид испытаний в программе областной пары «Спартакиады» – это метание диска, который для наших спортсменов будет очень удивительным, потому что, если честно, даже и здоровых обычных спортсменов достаточно мало в Ивановской области тех спортсменов, которые выступают в этом виде программы легкой атлетики. Один из главных конкурентов ивановцев в борьбе за первое место – сборная команда «Кинешмы». Поэтому расслабляться нельзя. У нас есть спортивный зал при Паралимпийском комитете на улице Кузнецова, где каждый желающий может тренироваться. Также у нас спортивный клуб инвалидов «Воли», который существует уже 28 лет. Там тоже ребята очень стараются, мы тоже там тренируемся, занимаемся. Конечно, у нас в области очень сложно с плаванием, где практически нет возможности, чтобы тренироваться плавание. Ольга Ильина участвовала во всех 9 пара спартакиадах, которые проводились в нашем регионе. Она, как никто другой, знает, от уровня подготовки зависит результат. Случайных побед не бывает. Ну, конечно, физическая форма, в первую очередь, должна всегда присутствовать. Боевой дух, боевой настрой, хорошее настроение. Очень важно, чтобы были хорошие тренеры. Это очень хороший залог успеха. Если хороший тренер, это уже половина успеха победы спортсмена. Впервые в этом году проведут детский этап областной пары «Спартакиады». Ивановскую область представит 12 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Соревнования пройдут в Шуе 25 августа. Очки, набранные детьми, зачислят в общий командный зачет взрослой сборной Иванова. Любовь Почерникова, РТВ Иваново.